Уважаемые люди! Благодарим всех за поздравления! Нам очень приятно, что вы празднуете День птиц! Хочется выразить благодарность от всех зимующих птиц города Энгельса. Всем-всем-всем участникам акции, читателям филиала номер 17 и особенно ребятам из воскресной школы Аркадия. С вами зимой было тепло, весело и сытно. Вы очень помогли нам. Ваши домики для нас – это что-то необыкновенное. А угощение самое-самое вкусное. И хочу дать совет всем людям на Земле. Читайте книги. Ведь благодаря книгам можно не только построить домик для птиц, но и большой собственный дом. И узнать о нас много интересного. Читайте книги обо всем на свете. И будьте милосердны. Thank you.
Да, дела. А говорят, что человек сегодня не тот. Может, секрет в том, что все эти люди читают книги? Интересно.